Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racer 2. Так, что у меня новенького? Во-первых, ребят, я себе купил автобус. Это первое. Во-вторых, я открыл новую трассу, которая называется Ржавый Риф. Вот я на автобусе проехал 616 метров. Чуть-чуть не хватило до километра, но это не главное. Главное, ребята, нам нужно с вами повысить ранг. В данный момент я в бронзе 3 звезды, но мне нужно именно серебро или золото, что там дальше будет, я не знаю. И в данный момент у меня соревнование против ниндзи, первый снег. Ну что же, давайте попробуем все-таки, наверное, его обставить. Я возьму для этого дела свой автобус. И поехали, ребята. Он меня почему-то в первом раунде пропускает, во втором не дает мне никаких шансов. Поэтому давайте попробуем наказать его сейчас. Вдруг у меня получится и будет все четенько. Смотрите, он от меня просто не отстает. За серия этот. Просто не отстает, ребята. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, братуля, тихонечко, ты что делаешь? Твою же маковку, ребят, я чуть было не перевернулся. Это просто чудо какое-то. Да хорош. Автобус, ребята, у меня без крыши уже, вообще без всего, без обшивки. Просто одно основание. И тут я залетаю. Но посмотрим теперь, ребята, как у нас пройдет вторая гонка. Потому что на второй гонке, я вам еще раз говорю, он меня обставляет. Не знаю, как ему это удается. Но я буду пытаться, ребят. Я стартанул вроде бы неплохо. Давай посмотрим. Так, тихо. Тут главное, ребят, нам не перевернуться. Пока все четко. Автобус мне на самом деле понравился. Довольно неплохая машина. Ее просто тихо. Ух! Да, хорош, хорош, хорош. Так, тихонько вот здесь вот, ребята, нам нужно потихонечку. Вау, 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 вау. Вот здесь он меня и обставляет, ребята. Смотрите, смотрите, что он делает. Он вырывается вперед. Да как же ему это удается. Постоянно он вот так вот. Вау, я кого-то потерял, по-моему, да, из автобуса. Никак у меня не получается проехать, ребята, две вот эти вот трассы идеально. Понимаете, первая у нас хорошо проходит, а вторая, как видите, совсем-совсем паршивенько. И именно вот на той яме, ребята, он меня уделывает. Ладно, попробуем еще. Так, отойди, ниндзя. Нет, ты смотри, он... Тихо-тихо-тихо. Ух, мне здесь, ребят, крупно повезло. А может быть, мы все-таки его сможем здесь обставить. Не знаю, сейчас посмотрим. Что-то тут... Ё-моё, ребят, это просто жесть какая-то. Я только, ребят, своих тут потерял всех. Да, вы видели, да, результат. Ну что же, мне придется переигрывать. Ну, серебро, две звезды, все как полагается. Ну что, оу, подожди, а почему? Ребята, а почему у меня... Не понял. Меня понизили по рангу. Это с чего вдруг? Что это за выкрутасы такие? Я не понял, такого не должно было быть. Эй, ну я тогда буду, ребята, мстить. И мстя будет моя жестоко, я вам серьезно говорю. Видите, как у меня тут все получается пока. Да что ж ты будешь делать? О, хорошо, выровнялись. Он не отстает от меня, вот тот вот паршивец. Есть, первая позиция. Фух, отлично. Так, давайте дальше продолжать. Надеюсь, без... Ё-моё, без всяких закорючек. Ну, по-моему, тут без закорючек не получится у нас, да, ничего? Автобус, автобус, не подведи меня, пожалуйста. Я уже думал, сейчас у меня броня слетит, но пока все нормуль. Ребят, пока все хорошо. У нас нью-драйвер из Турции, он там встрял. Кстати, это классно. Нет, 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 радость моя. Фух, нам повезло, сейчас опять в очередной, ребята, раз. И я получаю первую позицию. Отлично. Так, ну что, это у нас последняя гонка? Нет, ребята, еще у нас одна. Старт очень вшивенький был у меня сейчас. Старт в данный момент. Куда ты? Куда ты? Да чтоб тебя! Фу, ребят, ну ладно, что не разбились. Брони зато нету. Ладно, хорошо. Попробуем их здесь обставить. Йоху! Слушай, а что я с одними турками-то здесь бомблюсь? Ну-ну-ну-ну-ну, не подведи меня, родной. Да, ребята, я их уделал. Классно, классно просто-напросто. Великолепно. И первое место, золото.
Так, что такое? Забираем, конечно же, ребята, забираем это все. Гонка. Подожди, а это у нас гонка на ранг была или нет? Я не понял. На ранг или нет? Я не видел, чтобы что-то тут прибавилось. Ну, давай, поехали. Подожди-ка, а может быть нам посмотреть рекламку, ребята? Откроем с вами сундучок. Давай, наверное, так и сделаем. И что нам отсюда выпадет? Так, монетки, управление В и колесные, опять же, да? А больше я... Нет, я могу посмотреть за гемы. Но я не хочу, ребят. Может быть, нам с вами приобрести новую трассу. Кстати, давайте-ка мы проверим вот эту вот трассу, которая называется Ржавый Риф. Мало ли кто-то ее не видел. Вот так она, ребята, выглядит. Мы с вами под водой в данный момент. И вот у нас такой вот пузырь. Если пузырь лопнет, то все, мы с вами, ребят, наверное, проиграем. Тихо ты, что ты так разогнался-то у меня? А что случилось? Я, видимо, водителя своего просто укокошил, врезавшись об потолок. Вообще замечательно. Ну что, будем открывать с вами вот эту вот? Или накопим 50 тысяч и шахты лучше откроем, а? Не знаете? Я не знаю. Поэтому поехали, ребят, на кубки. Будем здесь. Так, надо, кстати, вот это вот, ребята, я хочу приобрести мотор. Ну, естественно, мы можем его... Нет, давай бесплатно разочек, да? Так, ну что, скорость у нас якобы увеличилась. Я, наверное, ребят, еще повышу. И еще разок. Так, управление, все это у меня по единичке. Давайте вот здесь вот, наверное, мы с вами тоже повысим. До третьего уровня. И, наверное, все. Поехали. Надеюсь, мне это как-то поможет. Неплохой старт я взял. Едем, 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 ребята. Так, потихоньку. Никуда нам спешить не надо, ребята. Ну, за исключением, что нам нужно взять здесь первое место. Ну, смотрите, какая довольно хорошая и легкая трасса в данный момент. Давай. Давай, Рейчик, не подведи меня. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Отлично, ребята, первое место у нас в кармане. Ух, я даже проехал, не перевернувшись. Замечательно. Так, без заносов. Это последняя, ребята, у нас гонка. Тут главное, ребята, классно стартануть. Если старт удачный, то смотрите, как мы с вами просто отрываемся от них. Вообще великолепненько, да? Так, на подъемчиках надо быть всегда аккуратненьким, чтобы нашу машинку не перевернуло, и чтобы у нас все было замечательно. Подожди, подожди, что ты делаешь, эй, автобус? Не подставляй, пожалуйста, меня, не надо. Не надо тут никаких выкрутасов. Вау, 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 ребята, и я первый. Найс, вай. Полетела тарантайка у меня куда-то там в небытие. Оу. Ребята, смотрите, какой сундук. Ядрить тебя на корень. Знаете, что мне хочется? Посмотреть рекламу. Так, открываем и смотрим. Тяжеловоз и ускоритель фляг. Замечательно. Ребята, еще открываем с вами сундук. Ё-моё, зимние шины и ускоритель дым. 4 гема, 3000 монет. Хм, хорошо. Естественно, ребята, будем с вами активировать вот этот вот сундук. И, как видите, опять у меня гонка против ниндзи. Ух, ну если нам повезет, и я его смогу, ребята, одолеть. Мне кажется, у нас будет все классно. Но он почему-то стартует очень лихо. Да и тачка у него, на самом деле, классная. Так, тихонечко. Давай, давай, без приключений, надеюсь. Подожди, подожди, подожди. Нет, 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 нет. Ух, рвем, рвем когти от него. Он у меня просто, ребята, уже по пятам едет за мной. Так, подожди, подожди, что тут? Ну! Ага, перевернись, гаденыш. Не хочет он там переворачиваться. Но в любом случае, ребят, я уже оторвался от него, да? Да, а где финиш-то? Вот, ребята, финиш, я заезжаю. Первая позиция, отлично. Надо нам еще с вами вот вторую гонку пройти. Хорошо, и будет... А, их тут три. Так, ускорение, ускорение. Поехали, ребятули. Я неплохо сейчас стартанул. Я бы даже сказал, очень хорошо. Так, не даем ему, ребята, абсолютно никакого шанса на победу. Подожди, 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 подожди. Что-то мне не совсем нравится мою машину, ребята. Мой автобус мотыляет. Отлично, тихо. Управление, управление, не подведи меня, пожалуйста. Вот здесь вот, да? Вот здесь он тогда. А он все равно, он проехал. А он проехал, гад. Почему у меня не получается вот здесь его обставить, ребят? Ну почему? Что за...
глюк, баг, я не знаю, как это назвать. Я пытаюсь, опять он сделал здесь меня, да? Хорошо, ладно, давайте попробуем на третьем заезде как-нибудь проехать отлично. Здесь у нас, как вы помните, очень много всяких подъемов, преград и так далее и тому подобное. Поэтому нужно предельно аккуратным быть. Да что ж не хватает-то моей машине, я не могу никак понять, ребят. Что нужно этому автобусу, а? Так, аккуратненько, ребята, едем, потому что опять тут будут трамплины, прыжки. Тихо ты. Оу, щит, ну что ты, ну Рей, ну ё-моё, ну как мне тебя победить? Мне опять, ребята, придется. Короче, давайте мы, знаете, что с вами сделаем? Сцепление, может быть, надо повысить для этого дела, чтобы мы его просто, я не знаю, сразу же, как говорится, с куста просто одолели. И двигатель я еще улучшу, да? Я знаю, ребята, все это очень дорого стоит. Я трачу колоссальные деньги на это все, но это надо делать. Это надо делать, если мы хотим вообще с вами пройти эти все уровни. Так, ну что, у нас с вами опять повторчик, ребята. Поехали. Подожди, подожди, подожди. Вау. Так, тут очень, очень, ребята, опасно. Я прям, знаете, как пролетел, получается. Отвали, гаденыш. Отвали от меня. Так, автобус у меня уже разбитый. Без защиты, ребята, я еду. Кого-то у нас... Мы потеряли с вами, ребята, пассажира. Второй вылетел. Но зато я взял первую позицию. Ладушки. Так, у нас сколько здесь надо будет проехать? Раз. Ага, три раза, понял. Давай, поехали, погнали, погнали, погнали. Не надо тут... не надо мне тут, говорю... Да ну ты, ёпарсы, ты что ты? Ну что ты сделал? Зачем ты перевернулся? Ядрик тебя на корень, а? Ты неужели не можешь ты нормально это проехать-то в конце-то концов? А ты что ты творишь-то? Так, два автобуса у нас тут. Ребята, два автобуса. Ё-моёшечки. Оу-оу-оу, щит. Вот это да. Вот это называется японский, ребята, сальто. Или ёкарный бабай, как хотите называть. И что получается? Какая жалость. Да уж. Почему так чертовски сложно, а, ребят? Все равно, ну, вот смотрите, вот на этом ранге у нас, ребята, с вами ничего не падает, да? Как только мы начинаем снизи... Ё-моё, ты куда это, братюня? Ты куда это так втопил-то вперед попани-то, а? Тачка-то у тебя, конечно, классная, я смотрю, бронированная, все дела, да? Весь в наворотах, весь накрученный. Но совладать ли тебе с Рэем, ё-моё, вот в чем вопрос. Не отстает он от меня, он просто по пятам. Хорошо, что трасса здесь у нас божеская, то есть ничего сложного нету. Да, первая позиция, перевернулись, посламывали все шеи, посворачивали. Так, давай, ребята, старт, отлично. Попробуем, ребята, их здесь обставить, что ты делаешь? Ну, ёпарасете, да ладно тебе. Отойди отсюда, прочь с дороги. А тот-то как, ребята, далеко уехал. Вы посмотрите, как он далеко уже от нас оторвался. Блин, подвеска, подвеска, ну не... Слушай, может быть, нам надо поставить какую-нибудь турбину, а? Вау. Второе, да? Второе место у меня. Черт тебя подери. А, он, по-моему, не доехал, ребята. Он сломал себе шею перед финишем. Вот дурак, а. Он дурак, ребят. Ну, у нас с вами третий заезд. Давай попробуем. Ага. По-моему, неплохо, да? Тихо. Машину, машину, ребята. Да почему ты... Там шею себе чувак сломал. Значит, я уже, ну, как минимум, должен буду третьим приехать. Опять же, не факт. Если вот этого мы обставим... Хоть бы тот дурило где-нибудь там перевернулся, а? Это было бы классно. А так я, ребята, да, я приехал второй. Слушай, ну посмотрим, как у меня по-общему будет. Покажите мне, да, ребята, по очкам я все-таки выиграл. Я заработал, воу-воу-воу-воу, подросло потихоньку. Но еще не совсем хорошо, ребят, нам придется еще одну гонку с вами проделать. И я хочу посмотреть, есть, у меня открылся еще один слот. Вот это, ребята, классно. И поэтому давайте-ка мы с вами что-нибудь себе посмотрим. Что это такое? Силовые ускорители при малом количестве топлива. Ага, быстрые перевороты в воздухе мне не нужно, успешных переворотов тоже не нужно, планирование в воздухе. Планирование, а это подпрыгните в воздух, примечание, нажмите обе педали, чтобы активировать. Я, наверное, вот это, ребята, сделаю. Подожди, повысить, мне надо не повысить, мне нужно, наверное, одеть, да, ребят? Или же вот это вот,
после... нет, давай все-таки вот это вот. Так, подожди, что ты делаешь? Оснастить? Да, оснастить. Вот, отличненько, ребята. Ну что, давайте теперь посмотрим, получится ли у меня. Знаете, что я хочу? Наверное, еще вот здесь вот подвесочку себе маленечко. И вот так вот. Все, стартуем. Давай, ребята. Нам нужно еще выиграть одну гонку, чтобы встретиться с ниндзей. Да-да, именно с этим паршивым ниндзей. Пока все отлично. Давай выравниваемся. Да зачем надо было вот ломать-то машину, автобус наш, а? Не можешь ты нормально, что ли, ехать? Дуркуешь. Так, хорошо, ребята. Да где там финиш-то? Вот, ребята, и финиш. Чувак в конце вылетел. Ладно, хорошо, первое место пока. Пока, ребята, у нас еще две гонки. 2, 1. Поехали. Вроде неплохо стартанул, да? Вроде бы. Я пытаюсь, ребята, я пытаюсь. Ну что ты? Так, а вот здесь они подзависли. Но не все, ребята. Эти вон хламоны все равно как-то вырвались вперед. Я их обставляю, да? Я их обставил. Ух, круто. Давай, Рэй, не подведи меня, родной мой. Давай, радость моя, газуй. Пофиг мне, что там вылетают люди. Зато первая позиция. Фух. И последняя у нас здесь гонка. Я так понимаю, сейчас будут, ребята, трюки с переворотами и со всякой ерундой. Плохо стартанул, кажется. Ну ладно, посмотрим. Да, ребята, вот здесь надо быть предельно аккуратным. Йоху! Давай. Так. Залетаем сюда. Чертовски страшно. Я еще, ребят, залетаю сюда. Главное не перевернуться и не разбиться, ребят. Вот что самое главное для меня. Твою же маковку, он просто в смятку, ребят, разбился. Какое место? Первое. Так, ну, теперь-то мне дают опять ниндзю. Первый снег, ё-моё. Первые, блин, подснежники. Я не знаю, что здесь нужно, ребят, еще улучшить нам. Давай я двигатель повышу. Хорошо, так уж и быть. Если он меня сейчас здесь, как говорится, победит, я не знаю, ребята, что нам делать. Стартанул вроде неплохо. Вроде неплохо, ребят, стартанул. Так, отлично. Ну, первый вот этот вот заезд у нас почему-то получается великолепно, да? Нет. Фу. Твою же маковку, ребят, нам просто сейчас повезло опять. Который раз нам просто с вами везет. Так, тихо. Давай, выжимай. За счет, ребята, движка мы тут с вами смогли выжать. Так, совсем чуть-чуть сейчас, вот она. Проехали, отличненько. Фух. Ну, первая гонка так себе. Давай вторая, у нас их тут три. Блин, я его хочу победить, не знаю как, ребят. Плохо старт взял я, плохо. Очень плохо, ребята. Так. Броня осталась. Я ее не потерял. А вот с горючкой я промахнулся, ребята. Нет. Фух, да чтоб тебе. Так, повезло, пока. Вот здесь вот он меня, да? Есть! Отлично, ребята, вот что значит скорость. Так, тихонько. Фух. Ну, где там у нас? Да чтоб тебе! Ну какого фига? Ну... Блин, ребята, ну как так-то, а? Ну... Опять, по-моему, плохой старт у меня был. И опять? Ну? Твою же маковку, ты ниндзя, ты меня уже просто достал, И опять, ребята, меня понизили. Сколько я сегодня буду, ребята, делать этих попыток, чтобы выиграть этого ниндзю, а? Ну кто мне скажет, сколько? Я вот без понятия, если честно. Ну, в любом случае, сегодня цель у меня его пройти. Во что бы то ни стало. Ну, зачем вот это вот надо было делать, а? Вот зачем он перевернулся? Я не понимаю вот этого вот идиотизма. Вот ехал же нормально. Нет, вот смотри, что он чудит. Так, хорошо, ладно. Вытягивает, вытянули.
Так, проезжаем, проезжаем дальше. Вау, еще. А может быть, это лишний баланс мы, ребята, с вами сбрасываем? Есть. Первая позиция. Хорошо. Давай сразу же на горяченькую, ребята. Поехали. Так. Я не могу вот хорошо... Есть. Вот сейчас нормально я стартанул. Вы это видите. А, кстати, а где у нас этот-то, что я покупал? При малом количестве топлива у меня должно, как говорится, срабатывать какой-то ускоритель. Но я почему-то его не вижу, чтобы он вообще тут работал у нас. Ускоритель. Блин, а с какого перепуга броня-то у меня слетела? Такого не должно... Во, это, кстати, трасса-то... Узнаете, да? Тихо! Ух! Это трасса, кстати, на которой мы ездили против ниндзя. Че у меня с автобусом-то? Эй! Зашибись. Зашибись просто-напросто. У него там что-то сзади сломалось, и он какой-то стал неуправляемый. Плохо. Плохо, ребята, начал. Ладно. Да-да-да-да-да, это именно та трасса! Фух! Уцелел. Это та трасса против ниндзя, где мы ездим. Я ее сразу узнал, ребят. Вау. Нифига себе. Вот это я, да. Вот так бы он с ниндзя бы ездил бы. Но не так, конечно же. Короче, ребят, я еще дальше улетаю. Нет, смотрите-ка, ребята. Я получил серебро, и меня как бы немножечко повысили. Но до ниндзя я еще не дошел. Поехали. Так, у нас тут еще один автобус, да, против меня. Хорошо, ладно. Не надо дурковать только. Да как вы прокачаны, а? Как вы прокачаны до нереальности? Я просто не знаю, ребят. Как они вот это вот все умудряются сделать? Так, я первый, 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 первый. Это действительно было мощно. И я все-таки вырвал у них победушку прям зубами, так скажем. Так. Плохо, да, стартанули мы с вами. Ладно. Поехали, ребятулечки, поехали. Будем... Да чтоб тебе, да как ты... Нет. Ребят, мне кажется, что это все специально уже делается. Все просто специально для того, чтобы я проиграл здесь. Ну как они умудряются так делать, а? Ну как? Я вот лично этого... Не пойму. Вау. Тихо. Ух, хорошо. Это вам, ребята, не дави зомби, ё-моё. Это действительно как... Вау, тихо. Тихонько, вот где-то. Блин, давай, родной мой, давай. Есть. Первая позиция. Ху. Слушай, замечательно. И у нас, да, первое место, ребята. Дойду я до ниндзя сегодня или нет? Так, вот он опять ниндзя. Ой, блин, я прям не знаю, ребят, но деваться некуда. Поехали, денег у меня нету, да, лучше я ничего не могу. Отлично, взял старт, неплохо я. Не надо ломать только, пожалуйста, мне тут машину. Хорошо. И все равно броня отлетела. По непонятным, блин, мне причинам. Вырвался, ё-моё. Он просто не отстает, ты посмотри. И едет прям идеально. Ребят, просто идеально он едет. Подожди, что с моим автобусом, ребят? Что с моим автобусом, я спрашиваю? Так, а он там, кстати, тоже немножко подзастрял. Я надеюсь, я вообще доехать-то смогу на своей тронтачке. Ребят, вы видели, да? У меня сзади такое ощущение, что вот-вот я и потерял бы просто-напросто задок. Задок. Старт. Так, давай. Это же вот здесь, да, у нас будет хитрый прыжок. Да, именно здесь, ребята, будет у нас хитрый с вами прыжочек. Где-то вот тут вот, по-моему, он должен быть. Так, тихо, машина. Слушайся меня. Вот он. Слушай, а здесь знаешь, что можно было бы, наверное, взять? Помните, у нас была такая штука, прыжок. Типа, активируй кнопку, и у тебя будет супер... Трамплин там, супер прыжок. Может быть, взять нам стоит вот то как раз, а? Давай. Рэй, ты красава. Ёлки-палки. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну что же, третья гонка, вы помните, она самая опасная из всех. Самая опасная, потому что здесь очень, ребята, много прыжков вот этих вот. Но, по крайней мере, я сохранил себе броню. Я не буду здесь выеживаться, выпендриваться. Я буду ехать, ребята, спокойно. Спокойно.
Какое место должно быть первое? Да, я прошел, ребята, этого ниндзю. Вау. Вау. Черт подери, ребята, блеск. Теперь вы можете участвовать в специальных соревнованиях. И что? И... Вау, вот, ребята, over the top, да? Кто самый крутой? Кубок пустыни. Дай мне вначале посмотреть на сундук. Так, монетки, управление, ускоритель, дым. Ну что, ребята, давайте, наверное... Подожди, а что у нас тут такое? А, это же новости, да? Это у нас просто новости. Так, друзья. А где друзья? Вызов окончен. Итоговое место. Не вижу, ребята, никакого итогового места. Я вижу только самого себя с новыми рекордами. А друзей пригласите. Я уже, ребята, отправлял ссылку. Если кто не знает, зайдите в мой Facebook и увидите. Ссылка там дана. И можете, конечно же, присоединяться ко мне. И там уже мы с вами поборемся. Зачем? Зачем я сделал это? Ладно, хорошо. Ух ты! А ну-ка. Давай посмотрим. Вот это я рву. Ребят, мне жалко просто самого водителя, который там бедный. Что? А, это корова промычала. Я думал, что-то... Слушай, а неплохой такой мотик, если честно. Ну, получше, чем скутер, на самом деле. Так, у вас новое достижение. Какое? Сам себя победил или что? Нет, ребята, я против какого-то арча воевал. Хм. Так, что, за 220 рублей даете вот такую вот тачку, какой-то сундук новый и 300 гемов и 80 тысяч голды. Да, заманчиво, на самом деле. Спортивный автомобиль. А может быть купить? Ребята, а? Давайте купим. Так, ну что, ребята, я купил себе спортивный автомобиль. А, у нас еще вот тут вот крылья, амортизаторы и ускоритель. Ага. Так, кто у нас тут против меня? Еще шахты, рок-н-ролл. Давай. Я тебя не боюсь. Поехали. Вау, багги такой прикольный. Тихо. Юху. Я, ребята, супер скруч Макдак, ё-моё. А почему ты так ускоряешься, эй, парень? С какого вдруг перепуга у тебя такая скорость? У нас одинаково с ним абсолютно тачки. Но как он меня обставляет, это просто, ребята, что-то с чем-то. И он приезжает первый. Почему? Непонятно. Я вроде не отставал. Так, я все-таки должен его до... один гем потратить, да? Ладно, я потрачу. Ну вот, часто я стартанул. Отлично просто. И не надо говорить, что все было ужасно. Все было... Да как ты делаешь-то, паршивец ты такой? Как он это делает, ребят? Как? Что у него за супер-пупер кнопка на ускорение? Как мне его... Ну давай, давай. Мы почти его нагнали и... Нет, ребят, вообще паршиво. Паршиво все сыграно было. Вот за серия. Не буду я больше на него тратить время. Дайте мне, ребята, вот сюда вот. Кубок пустыни, гонка. Так. Ёлки-палки. Смотри, что, ребята, у нас открылось. Это 15 тысяч. Это все, конечно, хорошо. А моя-то тачка, вот она где. Хе-хе-хей. Да, только нужно ее, наверное... Что за прижимная? Уровень аэродинамики дает хороший эффект прижимной силы. Естественно, ребят, естественно. Прижимная сила нам нужна в первую очередь. Да подожди ты, все, хорош уже. Так, давай сцепление теперь, наверное, улучшим с вами, да? Хотя бы до... Так вот, до 4 уровня. Ну, двигатель это само собой разумеющийся. И я надеюсь, что на этой тачке я, ребята, буду делать рекорды мировые. Так, и мне нужно, знаете, что сделать? Так, 12 уровень автомобиля. Давай до 15 прокачаем, чтобы нам можно было на нее поставить две плюшки. Ага, 15 уровень. Все, давай смотреть, ребята. Что такое... бесплатно, ладно, ну-ка поставим вот это вот, а что вот это такое у нас? Подпрыгните в воздух, примечание. Так, обе педали, а это силовое ускорение при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе. Не надо, да, не вот это вот лучше. Ну что, ребята, давайте попробуем, посмотрим, что у нас тут получится. Спортивная тачка у меня, не стоит об этом забывать. По-моему, я на этой спортивной тачке как нубас, нет? Нормуль? Слушай, ну вроде пока нормуль, смотри. Че я тут? Вау. Отлично, тихо. А-а-а, зачем, зачем, зачем?
Нифига себе, ребят, вот это вот называется аэродинамика. Я не разбился. Я просто выровнялся в воздухе и приземлился на колеса. Вау. И финиш, ребята. Слушай, классная тачка. Практически неубиваемая. Ну что, давай попробуем еще разок. Да как ты так стартуешь-то, гаденыш-то, а? Вот это вот на машине с ковшом. Как он так газует, ребят, я не знаю. Вау. Я крутой, ребята. Так, что тут у нас? Что это тут еще какие-то кактусы? Почему? Понял я теперь, что такое, ребята, за воздух там у нас. Не надо переворачиваться. Это и есть аэродинамика. Я опять их всех вздрючил. Четенько. Мне нравится. Так, у нас это последняя была гонка, ребят? Нет, вот последняя. У нас обычно на последних гонках любят такие, да? С приколами, с переворотами делать трассы. Вау, я их просто... Смотри, я лечу. Давай здесь попробуем также пролететь. Вообще very good. Ну, я не жалею, ребят, что я купил эту машину. Серьезно вам говорю. Давай. Эй! Эй! Вы что, серьезно, что ли? Да. Все бы неплохо, ребята, но сцепление у нас хромает. Да, сцепление с землей, ребята, поэтому я и приехал третьим, но не последним, по крайней мере. Так, я должен быть первым в любом случае, да. Вау, как быстро, ребята, мы набираем теперь с вами ранг. Ну что, попробуем теперь на темных дорожках пофартить, да? Прижимная, так, мотор, сцепление. Да, ребят, сцепление меня подвело в этот раз, поэтому я хочу его прокачать. Вот таким вот образом. Ну что, давай, ребят, стартанем, посмотрим. Ой, паршивенько началось все. Смотри, чувак там просто вырвать у меня хочет победу. Так, аэродинамика моя, просто планируем с вами. Я сцепление прокачал, не надо мне тут говорить. Да как ты стартуешь-то? Я его все-таки вздрючил, ребята. Ну-н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 у! Есть! Вот так-то вот. Будет знать сосунок, как меня обставлять. У нас, ребята, здесь три гонки. Мы сейчас с вами на второй. Опять лопухнулся. Не успел я, ребята, зеленую эту поймать. Вау, летим. Вау, погнали далее. Неплохо, очень неплохо, я вам скажу. Очень неплохо. А почему? Почему ты стал терять в скорости-то, а, братюнь? Моррисон, вот скажи мне, пожалуйста, а? Зачем ты так делаешь? Зачем ты меня так подставляешь перед этими неудачными гонщиками? Я не понимаю. Но, ребята, но сам себя не обманешь. Я первый, я достойный твоего места. Фух. Так, ну что же, заключительная у нас гонка. Я надеюсь, тут все у нас пройдет так же четенько, как и всегда. Вау. Так, попробуем. Вау, я попал. Да, ребят, я попал, как это ни странно. Но согласитесь, та чуля просто божественна. Вы не можете со мной не согласиться. Так, тихо, тут главное не разбиться. Прижимная сила, вот что главное. Крязь. Первое место, как с куста. Слушай, ребят, ну, я думаю, еще, наверное, серии 2, и мы с вами получим серебро, я так понимаю, наверное, 2, потом 3. Ну, а там и рукой подать, как говорится, до золота. Так, что у нас тут, ребят? Смотрите, открыть сейчас 47. Ну, давайте откроем, так уж и быть. Хочется уж больно мне посмотреть, ребята, что здесь выпадет. Воу, смотреть видео. Давай глянем. Так, и нам еще достается 3000 монет. Вау. Классно, у нас освободился слотик. Поэтому, ребят, а давайте посмотрим, что вот это такое, а? Почему бы и нет? Воу. Ничего себе. Ну-ка, давай вступить. У меня 4 билета. Ну давай вступим. Денчик, Саня. Воу. Да ладно. Поехали. Ну, что тут у нас? Что это за машина-то такая? Ой, тихо. Нифига, ребята, я вам скажу. Она просто драйвовая, ё-моё. Я вам серьезно говорю. У нее сцепление просто идеальное с поверхностью земли. И аэродинамика, она вообще, по ходу дела, прокачана по полной программе.
И я не вру, ребят, я вам серьезно говорю. Она просто послушная. Так, 29 секунд, я так понимаю, да? Это был мой заезд. И на каком же я месте? Я всего лишь на 71-м. Гонка? Поехали. Ага. А теперь-то я уже с кем? Сам с собой, нет? Нет, ребят, не сам с собой. Так, тихо. А что там у них такое? Что там вылетает, я не могу понять. Это, смотри на меня. Я прям как птичка. Йоху! Мне нравится. Я хочу такую тачку, ребят, себе. Я хочу такую тачку. Ты посмотри, она божественная, ребята. Я каким? Я вторым, да, приехал? А, тут нету места, да? Тут у нас только лишь время. И каким я стал? Я стал, не пойму, 45-я позиция у меня получается, да, ребят? Ладно, я еще. Я еще разок попробую, конечно же. Только не могу понять, в чем здесь прикол. Прикол в том, что я не финишировал. Вот, ребята, вам весь прикол. 48-я, то есть я упал. А нужно доехать, я так понимаю, не доехать, а получить вообще первую позицию, да. И там, конечно же, будут всякие плюшки вкусные. Да, ведь так? Или я чего-то не понимаю, ребят? Не надо, не надо, Рэй, не надо, не надо. Фух, лучше уж так, чем разбиться. Ну его нафиг. Лучше приехать последним, чем не приехать туда вообще. Ну. Да, ребята. Я паршиво тут сыграл, очень паршиво. На самом деле. Как-то машина у меня сейчас не слушается почему-то меня. Ребят, я не знаю, в чем проблема. Копчу небо, все в воздухе зависли. Зато я пролетел дальше всех. Так, и... Подожди, 58-я, я был на 40 какой-то и уже на 58-й позиции. Ну, быстро меня ребята здесь скидывают, сбрасывают. Ага, не тут-то было, ребятули. Клаус первым идет. У нас идет первым Клаус. Да как вы так ускоряетесь-то, ядреть? Может быть, я что-то не знаю, ребят? Может быть, тут надо... Ты понял? Я просто нажал, ребят, две кнопки и... И все, и у меня кончилось это ускорение. И... А почему... Погоди, погоди, а что случилось, ребят? Я видел, что водила у меня вылетел из машины. А по какой причине, я не понял. Так, я могу вообще... Так, лучшие общие, лучшие средние. Показаны только три страны или более участников. Понятно, ребята. Так, и мы с вами что-то зарабатываем, да? А, монетки. Все, я понял, ребята. В общем, мне понравилось. Что я могу вам на это ответить? Ну что, будем, наверное, закругляться, дорогие мои друзья. И обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную и веселую азартную игру. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.